Всем привет, друзья! Это вторая часть озвучки оригинальной веб-манги Ван Панчмана, в которой герой из S-класса, Световой Флэш, принял вызов против сверхзвукового Соника, который вечно пытается победить Сайтаму. Друзья, поставьте лайк, прежде чем мы начнем. Это очень поможет продвижению канала. Я стараюсь выпускать видео каждый день, и ваша поддержка очень мотивирует меня. Спасибо каждому, я вам очень благодарен. Что ж, ну а с вами, как всегда, Аниманка, и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, как же мне пробиться через их атаку? Эй, не надо так. Это слишком безрассудно. Вот ведь желтороты! Что, смирились со своей судьбой? Какого черта такая слабая и поверхностная атака? И это от 44-го выпускного класса? Я знал, что этим все и кончится. Хоть клоны и эффективная дестабилизирующая техника, они не подходят, когда атакующих несколько. Все еще дышишь, Соник? Отойди. Меня одного более чем достаточно. Воспользуйся этим. Я начинаю понимать, как ты оставался в живых до этого момента. Даже простого спасибо от него не дождешься. Может, пырнуть его в спину и дело с концом? О, он взял два моих меча! Ты за это с лихвой заплатишь! Да пусть забирают мечи. Они не смогут все перевернуть с ног на голову лишь благодаря оружию в руках. Опять за свое? У тебя и правда есть план? Ну вот опять! Мы уже видели твоих клонов! В этот раз мы порвем твое тело в клочья! Сейчас! Что это было? Я на все 100 выложился, чтобы ускориться до максимума. В мгновение ока. У меня ничего не осталось по части атакующих маневров. Прямо как делал тот ублюдок. Звуковая волна, генерируемая моими движениями, должна была снести нескольких из них с ног. Это был бы невероятный успех. Но на деле, я лишь проскользнул мимо них с помощью череды прыжков в стороны. Ты нас удивил своим талантом. Но силы тебе все же не хватило. Жаль, ни один из нас не пал. Каждый ниндзя тут превосходит самого первоклассного. Такими бестолковыми атаками нас не... Главное не в том, превосходите ли вы первоклассных бойцов или нет, а в том, сильнее ли вы меня. Осталось 18. Ха, это благодаря тому, что я отвлек на себя их внимание. Или ты хочешь всю славу себе присвоить? Не сказал бы, что меня загнали в угол. Но сейчас у нас нет роскоши позволить себе бессмысленные споры. Чистое убийственное намерение без примесей чего-либо еще. Будь то наша беседа, добыча, или же то, что у него перед глазами. Он, его разум сосредоточен лишь на достижении цели. Я всегда ненавидел в нем эту механическую сторону, но я слишком хорошо понимаю, какую силу она приносит. Они отбиваются. Мне вдруг стало в разы интереснее. Лучшие ниндзя в задних рядах тоже присоединяются к бою. Риска во время атаки и защиты больше не избежать. Я разрежу их плоть и переломаю всем кости. Другую половину оставляю на тебя. Хватит копировать мои техники! Значит, мне нужно еще потренироваться на врагах, чтобы большему научиться. Тебе это кажется тренировкой? Посмотрим, сколько ты еще сможешь задирать нос! С того момента, как эти двое начали сражаться спиной к спине, их движения стали намного быстрее, будто они тренировались вместе в прошлом.
Какие грозные и быстрые рефлексы! Это невозможно! Они не оставляют ни единой бреши для атаки! Тогда нам придется пробиться через их оборону силой! Кулак жестокого уничтожения! Если заблокируешь удар своим мечом, я уничтожу твое оружие! Если уклонишься, удар попадет во флеша! Да! Соником я разобрался! Позволь воспользоваться твоей спиной! По сравнению с его ударами, это не сильнее тычка. Никакого эффекта. Не уверен из-за того ли, что я только что сражался с Сайтамой, но эти парни из деревни кажутся мне такими медленными. Я тебе кое-что никогда не рассказывал. В тот день это я тебя отравил. Да я и сам догадался. Я тоже кое о чем молчал. И это, наверное, тебя шокирует. Я только вел себя, будто отставал от класса. Я тоже. Да уж. Ну ладно, хватит чуши. Я тогда точно был сильнее тебя. Я всегда приглядывал за тобой, Флэш, потому что ты отставал. Вот как? Ну раз ты хочешь в это верить, пожалуйста. Чего-чего? Хочешь продолжить нашу дуэль? Я вот не против.